В рамках мегапроекта «Добрых дел» воспитанники гимназии номер 7 дружно отправились в зоопарк после школьной линейки. Ребята пели, танцевали, выкрикивали речевки на импровизированной сцене возле вольеров с животными. Мини-концерт юных артистов вызвал неподдельный интерес как у гостей зоопарка, так и у его жителей. А еще участники акции принесли с собой изображения зверей и птиц, которые нарисовали сами. Я нарисовал зубра. Это мое любимое животное. Оно у нас есть в зоопарке. И оно в Беловежской пуще еще есть. Оно под охраной. И поэтому я его нарисовал. Я очень люблю жирафов, поэтому я их нарисовала. Я очень хочу, чтобы они появились в нашем зоопарке. Эти животные такие красивые, грациозные, высокие. Мне очень нравятся. Ребята провели экологический десант в зоопарке после завершения представления. Каждый юный гродненец постарался улучшить мир вокруг себя. Дети так зажглись, заинтересовались. Мы нарисовали рисунки, мы выучили кричалки, мы даже разучили танец и готовы сегодня вот поддержать не только город, да, в общем, поскольку это наш любимый город, да, но и зоопарк.